Короче, рассказываю, друзья, историю про шиншилл. Если вы купите шиншиллу, короче, одну, и у вас долгое время будет одна, вот, ну, такая вот вредная жопа, как вот эта вот самка, да, и вы подселите к ней другую, я, короче, что хочу сказать, посмотрите на вот эту морду просто. Если вы подсадите ее, то она, короче, будет защищать свою территорию. Если кто-то захочет шиншилл себе купить, я просто рассказываю это, да, чтобы вы знали. И она будет кусать ту шиншиллу. Ля-ля-ля, побежала как. Так что советую, короче, что делать надо, что в этот момент надо делать. Поставить клетку, переноску, прям в клетку, и вместе, чтобы они сидели, короче. Тогда все будет нормально. 3 дня, и они уже, ну, короче, друг друга гоняшат. А в первые дни... Это она вырывала ему шерсть. Да, вырывала кусками, прямо так, бро. И, короче, вырывала, да? Она уже не боится, короче. Вот. Да. Шиншиллы много кухакают, просто обсирают все, что можно. Это заранее я вам скажу. А, у них маленькие какашки. Ну, какашки, вот, в принципе, на вкус нормальные. Сейчас я попробую, где там. Вот она лежит. Сейчас, подождите. Где эта какашка? Это же прилипшая какашка. Но они вот такие вот чисто, вот видите? Не фокусируются, падла. Я сейчас, подождите. Нормально, в принципе, пойдет. Вот. Вон она еще одна бегает. Короче, факт в том, что вот такие дела, да. Кормить нужно хорошим кормом. Что еще можно рассказать? Это падла песочек сразу. Песочек насыпать. Купать песок, нельзя. Да, не постоянно. Надо это, можно он, сказать. Кровь, да? А ну-ка. Ну, бегают они, пиздец. Если вы. Ничего если у вас, здесь... короче, у меня провода уже в интернете погрызли, но если. Леша творит. Она, короче, дерется, фатинг. Туф-туф-туф, папа, тюх. Ауро-ауро-ауро. Ля-ля-ля. А ну-ка. Я этого не видел, кстати, еще. Она, короче, лезет куда захочет лезть. И если вы не готовы следить, вот, например, вот, если вы немножко отвлечетесь, то куда ты, падла, лезешь? Они по дивану вам тупо лезут. Так что вот такие вот пироги малиновые. Заодно еще можно уследить, но вот за двумя это просто невозможно. Этот самец, он ему 6 лет. 6 лет? Ой, фу, 6 месяцев. 8. А ей 2 года. Но они, видите, все равно счастливы вместе. Ну, это просто активные. Ух ты, да. Тихо, тихо. Блин, хочешь пробежать? Пробежать тупо хочет и все. Но я люблю их пугать, короче, поэтому делаю вот так вот. Кызашабузя! Я не боится. Не боишься. Кызашабузя! Кого за жопа? Я люблю их пугать, но они что-то, я не знаю, что-то они вместе мало играют. Ну так, играют, но... Так что если вы захотите себе купить шиншиллу, то готовьтесь за ними бегать вот так вот. И оборванные провода, обои... Они могут нажраться говна, например, щепок. Они любят грызть все подряд. Если они нажрутся говна или щепок, то знаете, что будет? Будете лечить. Ну, потратить очень много денег вон, на мы, них. Да, он алоэ не уследила. И сколько там, 3000 или 4 угу. рублей. А одна шиншилла, знаете, сколько стоит? Сколько она в рублях? Ну, девочку с клеткой я купила за 3,5, а ее купили нас, за 1000. А у нас мы купили за 400 одного. Гривен. Вот представьте. Ну, это 1000 рублей. Опа. Ну это, короче, я не знаю, что это за животное, зачем их вообще заводить. Я, наверное, сейчас пойду шашлыки тупо с них сделаю, потому что я не знаю, ну что это такое. Вот бутерброд уже, привите, спрятался, услышал шашлык, думает, нет, надо. Вот он грызет уже полы, выгрызает. Хорошо, что... Ничего, а это вообще думает, а нахер оно говно вот это валяется у меня тут дома, я вообще не хочу ничего. Так что, глянь, ну, так типа, смотрите, глянь, ты что, говорит? Я тебя сейчас накидаю тупо, накидаю. За такие дела, что ты творишь, Лень. И, кстати, какие еще можно делать? А, и менять их можно, если... Короче, одного сначала в клетку, да, можно? Чтобы... Должен тот, кто кого нового купили, он должен в клетке быть, а в да. переноске именно хозяин да. дома. Вот, вот это, кстати, она погрызла вот эту всю. Вот, представьте, какие у них зубы. Что делает? Если вот она нормальная была, посмотрите, как она прогрызана. Она тупо разгрызана на куски. Это жесть просто. Вот, и, кстати, корм тоже не такой уж дешевый, как вы думаете, если более-менее нормальный. Но и котов надо кормить. Но уже не знает, куда их засунуть просто. А этот бутерброд тупо. Я бутерброд, да? Я бутерброд. А если мы к вам... Здравствуйте. Нормально вам там? Опа, опа, опа. За ним не уследишь, короче. Такие дела. Друзья, я не знаю, может быть... битву с котом сделать, но кот перепуганный, что пиздец, и вы сейчас это увидите, какой он перепуганный, когда они бегают.
Итак, дорогие друзья, сегодня схватка между двумя тайными ассасинами, как вы видите, и одним котом-убийцей. Что же сегодня произойдет на этот раз? Он одолеет двоих или получит пиздюлей, а? А что произойдет в этот раз? Я, кстати, когда включаю, они сразу начинают что-то делать. Они пока застыли в позе. Опа. Если он сейчас ударит, я потом ударю тебя так же. Он не ударит, он может слегка ее. Шиншилла нападает на меня уже, потому что я говорю слишком лишние слова, да? Шиншилла атакует, перегруппировывается с другой шиншиллой, которая думает, продумывает, как, что делать. Лёва вообще в ожидании непонятно чего. Шиншилла понюхала моей плоти, надумала, что это мясо, но на самом деле это сало, потому что мы в Украине живем-то, да? Так, Шиншилла, вы что сидите тут, а? Перейдите. Они тупо смотрят, сидят, а кот вообще ничего не может делать. Кот сидит, смотрит, думает, что, кого, чего. Лёва, как вы прокомментируете эту ситуацию? Левандрий. У него просто зрачки уже повылазили, глазки. Он думает, господи, чтоб меня не вбили только. Ну? Вы нападать будете, вы драться будете? За что люди платили деньги, а вы сидите, пердите, ничего не делаете. Давайте. Нападай, выйди в атаку. Да куда ты побежала? Ну, блядь, тупо побежала. О, вся надежда на самца. Самец. Опа, выбежал. Опа, только что показала финт. Блин, так темно, капец. Они прям в самые темные уголки пытаются забежать и спрятаться, да? Темноту. И спрятаться. Ударит, смотри, он так маленький еще писюн. Да не ударит. Атакуй, атакуй. Он не знает, куда бежать. Прибор сломан, прибор... Опа, кто это? Опа. Надо, чтобы она в зеркало смотрела и назвать. Шиншилла смотрит в зеркало 10 часов. Глянь. Шиншилла смотрит в зеркало 10 часов подряд. Смотрите. Глянь. Капец. Опа. Знаешь, потом Афганистан будет поставить. Лёва, ты меня слышишь? Лёва! Лёва! Лёва. Да, он вообще меня тупо не слышит вообще просто. Шоколадную пасту обдолбался. Да что ж такое с камером? Камером. Камера. Мотор экшн. Опа, побежал. Здрасте, здрасте. Куда? Куда бежали? Тихо, аккуратно, 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 аккуратно. Лёва, пиздюлей получишь. Вы знаете, да, об этом? Лев Николаевич. Опять шиншилла смотрит в зеркало 10 часов. Кто это? Кто это? Это я? А? Что? Господи, ты видела? Я сама в шоке. Я в шоке. Мы такие толстые. Я такая толстая. Да, я тоже толстая. Убежала. Нет. Левандрий. Левандрий, Пивандрий. Здрасте. Здравствуйте. Лев Михайлович сидит. Шиншилла уже хочет мой носок. Сейчас она грызет мне палец. Здравствуйте, это моя волосатая нога. И тут рука-убийца хочет скушать эту попу. И эту попу тоже! Не пугай их. Попу хочет скушать! Аж пикают. Эти две попы! Две попы, попы, попы! Два на одного, два на одного. Тихо, тихо, Лёва, Лёва. Я тебе как стукну этим телефоном. Все, пошли в свою базу. Секретно. Власти давайте. На жопе лень сидит такой. Перепуганный вообще. Перешуганный Лёва, да? Ой-ой-ой, вот это опасно, конечно. Это Лёва опасно, да? Лёва вообще в жопе. Чё ты пуганый, Лё? Я тебе этим поиграю, тетя вот харя ты. Здравствуйте. Тихо, Лёва. Глянь, ко мне, сразу ко мне. Опа, я обратно. В защиту меня. Спрятался.